Так, друзі, ну що ж, ще раз я хочу сказати, що до нас завітали гості. Це Микола Морозинський, художній керівник ансамблю народних інструментів «Біс-квартет» Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. А також Інна Морозинська, студентка 5-го курсу кафедри музичного мистецтва Миколаївської філії університету нашого. Доброго ранку, друзі. Доброго. Дуже радий, що ви завітали до нас. От розкажіть, будь ласка, як давно взагалі от вас ви створили свій колектив? Ну, этот коллектив у нас абсолютно недавно, наверное, год с хвостиком, бисквартет, в котором мы играем. И готовимся, у нас в этом году юбилей нашего университета, 45 лет. И вот планируем концерт, который наш сольный состоится 30 марта в 17:00. Ну и пользуясь случаем, мы приглашаем всех ценителей музыкального искусства. Те, кто любят музыку, кто просто хотят отдохнуть, послушать, приглашаем, приходите, мы будем для вас играть. Чудово. А вот скажите, какие инструменты есть в вашем ансамбле? В нашем коллективе, ну, бисквартет, 4 человека. Угу. Домра прима, на ней играет Максим Зарецкий, домра альт Инна Морозинская, баян я, соответственно, и Евгений Фарионов, большая балалайка, наша основа, балалайка-контрабас. Угу. А от мені здається, ви працюєте в філії, так? Да. Викладачем? Да, преподавателем. Ага, а як давно? Второй год. Другий рік. Да. Ну і, ну, взагалі розкажіть, чи подобається вам дещо, буквально декілька слів про університет, що там взагалі відбувається? Очень нравится, потому что я люблю творчество, люблю заниматься своим любимым делом. И ансамбль, ну, это та стихия, наверное, в которой я себя, в принципе, нашел. То есть мы вот вчетвером собрались, у нас проходят репетиции, мы занимаемся с удовольствием, подбираем репертуар. И вот по поводу даже концерта, который состоится 30 марта, у нас мы репертуар так не подбирали, чтобы специально было. Сам, да, наверное, сложился репертуар, что и украинские будут звучать произведения, и греческие соло флейта, и аргентинское танго, то есть... Большая работа проведена с солистами, будет звучать флейта, будет звучать рояль, все это в сочетании с народными инструментами, поэтому приходите, мы с удовольствием вас примем. Инночка, а вот як щодо вас, вы взагалі давно захопилися саме музикою, инструментами? Да, очень давно я занимаюсь этим с детства, и вот встретила супруга по общему делу, мы с удовольствием этим занимаемся, нам это нравится, я это люблю, и я это никогда не оставлю. Це просто прекрасно. А вы давно разом? Да. Да. Такая відповідь. Долго вместе. Це чудово. А от що ще? Які ще от у вас плани на майбутнє? Що ви хочете, чого ви хочете досягнути взагалі ось так? Плани великі, були б можливості. Ну, наше руководство нам допомагає дуже сильно. Мы и на конкурс хотим поехать, и участие в концертах, чтобы не только для себя и в университете играть и делать концерты, а чтобы это было и для города, чтобы любой слушатель мог прийти на наши концерты и послушать, узнать, что такое музыка, что такое народные инструменты, как они сочетаются с разными инструментами. Ну, вот... Так, наверное. А ось за ось такий, ну, я вважаю, ще невеликий термін створення вашої групи. Чи є у вас вже якісь перемоги, нагороди? Да. Да, мы занимали гран-при в городе Днепропетровск на международном конкурсе. На нашем местном конкурсе «Золотая струна» мы занимали первое место. Вот это все в течение, да, буквально года. Фестиваль Манилова проходил у нас в Николаеве. И у нас очень большие планы на участие в дальнейшем. Ну, будемо сподіватися, що саме так воно і буде. А зараз я пропоную переглянути невеличке відео гри музичних інструментів. Давайте подивимось.
І от скажіть, будь ласка, які от вподобання у миколаївської публіки взагалі, як часто відвідують концерти і як ви вважаєте, от полюбляють наші миколаївці саме от музичну гру на музичних інструментах? Наш город вообще удивительный в целом, и люди в нем замечательные, доброжелательные. Я думаю, наверное, есть у нас в городе группы людей, которые ходят на определенные вот коллективы. Вот на каждый коллектив в городе сформирована своя публика. Вот мы сейчас занимаемся, скажем, тем, чтобы сформировать свою публику, которая бы с удовольствием приходила на наши концерты. Понятно, что у людей взгляды разные. Кто-то любит классику, кто-то любит народную музыку, кто-то любит поп, джаз и прочее, прочее. И самое интересное, что в нашем городе совершенно все вот эти направления есть. И, конечно же, хочется, и мы призываем всех николаевцев к тому, чтобы посещали концерты. Это интересно. Вот. И я напомню, что 30 березня Бисквартет для вас играет на народных инструментах совершенно разнообразную музыку. Поэтому приходите и выбирайте для себя свое направление. Ну що ж, друзі, давайте приходьте, дивіться, це дуже цікаво, корисно і, ну, взагалі музика – це наша душа, потрібно слухати і насолоджуватися нею. Сьогодні до студії завітав Микола Морозинський та Інна Морозинська. Дуже радий, що ви прийшли. 17 година. Мені сказали, що це 17 година актова зала Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Друзі, приходьте, дивіться. Дякую, що завітали.